Всем привет, ребята! И да, это первый ролик нашего нового участника Кирилла. Надеюсь, вам он понравится, ведь он третий участник на нашем канале. Прошу извинить за лишний какой-то кашель или непонятный голос, потому что, к сожалению, я заболел. Приятного просмотра! И всем привет, ребят! С вами снова Самсон, и со мной сегодня наш третий новый участник. Да, он уже говорит, дядя Сережа с нами, да, сегодня, ладно, с нами Кирилл. Ну, да, я Кирилл, Кирилл Сим. Потому что у него 7 сантиметров. Да. Не спрашивайте, почему такой, но как надо. Ну, как надо, короче. Ладно, ребят, все, играем в союзнички. Сегодня. Да, сегодня будем поднимать Самсону ранг, ну и мне желательно. Но мне вот сейчас, если мы затащим с Кириком, то это изи сильвер 1 в союзниках. А у меня бронза 3 сюда. Сюда, я малышка. Ну бронза 3 это уже неплохо хотя бы. Но Кирилл играет на сильвере, у него был сильвер в сарею, правда он его слил как ботик. Меня унижают. Мне тоже. С ЕСПА просто. Ребята, пишите в чат плюс, кому хотелось бы реально, чтобы союзников поменяли карту, и было бы не через А, а через Б проход. И Тёмка. Б и Тёмка, да. Я тоже бы хотела. Да. Только не в чат, а комменты пишите. Я даже не прямая трансляция, это потом я замонтирую, выйдет ролик, и там комменты, а не чат. Ну да. Ну просто говорю, что. Ну да. Реально, я думаю, многие со мной согласятся. Они на миду, давай. Да, я согласен, поддерживаю абсолютно. Я Мнацу тоже это выражал. То, что хотелось бы еще и Боитёмка. Вот это можно не удалять, типа, что было два режима. Союзники там. Один через кишку. Я тебя понял. Первый. Хорош. Один на балконе слышал. Ай, я ничего не нанес. Про тебя инфу вроде нет у него. Зря ты вышел. Зачем ты двигался? На! Хорош, хорош. Ладно, у него там ничего не было. Я просто посмотрел. Да, да, конечно. Такое, да. Да, такое мы одобряем. Просмотр. Так. Let's go. Но они на самом деле так играют. На пистолетке они показали неплохой уровень для Ну, не знаю, я... Опа. Блин. Тут. Дробаша. Ой, хедшот. Хороший, у меня была перезарядка дебильная. Ну, доставал оружие, я не успел даже ничего. Опа, выстрелить. Тут вот... Ой, хороший. Всё, я убил. И заплынтил. Хорошо. Денежки. Отлично, играем Самсон 2-0, надо также держать, давить. Держать планочку, так сказать. Да. С диглом просто побежал, с диглом. Диглецкий, я такой, так, круто. Ой, один там. Ну, ты видишь на радаре? Да, меня зафлешили. Я тебя понял. Я уже на А. Он играет без звуков, брат. Я просто зашел к нему, я просто его убил моментально. Он просто меня не услышал, когда я мимо и по нему не стрелял. Это Кирилл. Радует, что он без звуков. У тебя какой-то повторный. Знаешь, у тебя я как будто повторяюсь звонки немножко. Он за спиной, у нас в спину ходил. А, он видел? Опасненько. Опасненько. Он с ножом, он хотел нож. А чекай, просто как это... Братик, вот ты так. Не на того напал! Туда его. Так, один в кишке. Кажется... В кишке. То флешка. Все, я сдох. Я уже сдох. Ну, я под флешкой был. Я вообще слепой максимально. Сзади. Еще один. Выбросить все оружие, слиться, либо убить всех, затащить, клатч. Конечно же, Самсон выбирает первого. Ну, конечно. Дай бомбу. Дай бомбу. Бамбульку. Спасибо.
Я пойду через верх. Они уже читают нас. Кидают всегда флеху, и под флехой меня просто убивают. Имба. Когда у меня закончились патроны, он решил выйти. Ну что это за фигня? Что? Блин, сорян. Я подумал, я... Как он там оказался? Он в спине у тебя прошел? Он в спину тебе зашел? Он же под мостиком был, тебя убил, да? А это другой, это другой. А, понял. Я предлагаю сейчас в спину обойти. Погнали. Так. Чекаем. Сейчас ваншотики прилетят этим балбесом. Ага, это лонг, это лонг. Первый. Лунг второй. Хае. Флэ, осторожно, флешка. А дай бомбу. Дай бомбу быстро. Держи. Спасибо. Смог. Нет! На крыше, сверху, сверху. На балконе, сверху. Я тебя понял, но мне страшно. А он же тут. Хорош. Как он так быстро перебежал там, спрятался за картоночку и просто такой... Здравствуйте. Да, и как он уже так быстро успел спрыгнуть вниз? Типа, я уже внизу его нашел. Ну, наверное, ну ты долго на самом деле. Ты не очень быстро туда пошел сразу. Так что ладно. Так. Ну, хотя да, вот. Так, я спину. Давай нашу короночку. Да, вот эту вот, вот эту. Давай, не, давай, как я раньше. Давай. Ну, правда, меня сейчас могут просто флеху либо это закинуть, и я все не... Короночка наша сейчас действует. Ну, никого да, нет. Расскажи подписчикам, что за короночка. Как, ну, что типа, надо. Кирилл вон там стоит и чекает вот этот вот вход, а я чекаю вот это и это. Собственно, это изи короночка. Но уже пора выпрыгивать. Первый в кишке. Кишке? Понял. Боже, это невозможно! Ну как они залетают? Он че, тебя обходит стопудово. Ну мне страшно, я не знаю, что делать. Бомбу ставить! Да вон, сбоку! Там в кишке же! Ты как не увидел? Ну это не... Я не знаю, что делать, когда у тебя остается 15 секунд, тебя окружили с двух сторон. Надо тащить. Заплынчить было вообще больше нельзя. Все, давай вместе сейчас ходить надо, потому что выигрывать 8-3, чтобы прям получить нормально МВ. Так, тиглет. Да, изи. А может через медок? Ну, почему-то кажется, что сейчас можно через медок. Давай. Нет, нельзя. Хотя, ну, давай. Хэтнул, хэтнул с дигла. У-ху! Тут бомба, тише. Ой, так 9 топчик. Так 9 у него есть. Подобрали и... Я лол. Ой, я полная ХП. Кирилл тоже полная ХП. Нормально. Так, ну, знаешь, давай я лучше мид. Я просто хуже с той позиции. А, он тут! На базе. Я тебя понял. Прицел высоко держишь, ты дигла. Хорош. 5-3. Неплохо. Согласен. Давай короночку, которая база. Базовая, да? Да, давай. Да. Короночку, которая за КТ. Короночка... Первая короночка за Т, вторая за КТ. Да, вот мы так вот встаем и ждем проход через нит. Я чекаю, а он чекает лонг или что-то там чекает. Лонг и кишечник. Понял. Это мид один. Один мид. Второй тоже. Тут их два. Ай-яй-яй, всё, я рип. Сори, нет, давай, живи. У меня 18 хп, у тебя больше, чем у меня. Понял тебя. Страшно. У него дробаш, не подходи рядом, он сразу просто тебе даст. Не-не, там фулов нету.
Я, может, попал. Ну, пошли. А, нет, вижу на радаре. Это я 4. В него стреляю бесконечно. Я все патроны попал, он просто бежит на меня с ножом и все по кайфу. Это 4, что вы видели? Я просто, он просто выходит на префике, мне стоит просто вот так вот. Пам. Одно. Ну, у меня нету вообще дроп, поэтому я иду прятаться. Я тоже иду за тобой, у меня дробаш. Это они там. Да. Мне кажется, они пошли в мид, это значит, они уже на лонгу, либо кишка. Да. Они скорее всего там. Но смысл их атаковать есть только у тебя, потому что у меня дробаш. Я с Барику ничего не сделаю. Это читы! Я в него 50 раз попал! Брат, нормально, я затащил. Хорош. Странный чувак. Я ему просто стреляю. Прям он стоит на месте. За стеночкой. Я попадаю, у меня вот эта белая штука. Раз 50. Можно Кирилл, колоночку у чекай. Меня. Опа. У меня тоже 7. Что? Это твоя? Да, это моя, ты не знал. Ты что-то по голове 426 хилов, каким образом? Я в командной на ней гоняю. А, в командной. Тут! Он тут! Где? Там, в кишке! Еле как убежал. Еще мид один. Под флешкой. А! На лангу уже! Ну, черт! Тупоголовый, нафиг! Что? Да я в шоке, почему я его не вижу, он меня видит и убивает. Ну ладно. Капец. Давай, надо включить. Это сильный ребятик. Предлагаю подсадик. Что у тебя по оружию? А, подсадок я сейчас вину. У меня нормальный лут. Давай, иди, становись на меня. Куда мне стать? Стрельнись. Вот так, идеально. Попала по одному. Где? Немножко. Они уже тут. Они там уже спрыгнули. По одному попала немножко. Да. Вон он вышел один, но потом начал стрелять. У меня холостой патрон. Нет, в кишке их нет. Я пойду через зоопарк. В апартах один. Сверху. В спину за. Первый. В смысле? Второй. Я за дефу. Давай. Все, есть, хорошо, молодец. Нормально. Ну, это уин. Контр-террористин. Покупаем мою пушечку 426. Я могу подсадик дать. О, давай. А, не, сейчас уже не надо. Они уже читают, наверное. Ну, давай попробуем. А я чикаю мид, не бойся, нафиг. Первый. Читаем, боже. Я прям прицел моего. Ну это считается. Лови хаешку. Уин. Так, сколько нам дают? О, поздравь меня, у меня бронза 3. Ура! Ура! Бронза 3. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи. Всем пока-пока.